Депутаты окружного совета от «Единой России» провели контроль вырубки аварийных деревьев в деревне Жуковка. Проект «Чистый лес» стартовал в Московской области в начале лета. Главная задача – поддержание массивов в благоприятном состоянии. Партийцы отмечают, аварийные деревья могут представлять опасность для окружающих. Вырубка позволяет предотвратить обрушение стволов и ветвей на дороге, дома, автомобили и людей.